Более 25 тысяч зарегистрированных предпринимателей ведут свой бизнес в Одинцовском округе. Для многодетных семей из Звенигорода вопрос о тонкостях создания своего дела насущный. Именно они обратились в общественную палату с просьбой разъяснить некоторые темы. Многодетные родители, когда много детей, да, один из них работает в найме, а второй находится дома и чаще всего, обладая профессиональными навыками, пытается реализовать себя. Как открыть бизнес с нуля? Какие могут быть риски и потери? Чем отличается ИП от ООО? На все эти вопросы многодетным родителям ответили квалифицированные специалисты. В какой форме им лучше открыть или вести свой бизнес? И задавали вопросы именно в рамках конкретных примеров на своем жизненном опыте. Также были затронуты важные вопросы относительно взаимодействия соцзащиты населения и налоговых статусов, налоговых форм, именно по определенным направлениям деятельности. Цель встречи достигнута, считают организаторы. И налоговый консультант у нас сегодня присутствовал, и руководитель центра «Мой бизнес» Юлия Чижова. Я считаю, что мы ответили на все вопросы и помогли, кто еще не стал предпринимателем, помогли информацией и своими контактами, опять же, обменялись. Общественники будут держать руку на пульсе и помогать в дальнейшем. Это была первая встреча в таком формате. Следующая пройдет для желающих стать предпринимателями многодетных семей в Одинцове. Эмилия Аракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».